Директора школы в Большом Камне отстранили от должности, а в самом образовательном учреждении началась служебная проверка. Напомним, там родители школьников совершили самосуд над учеником 5 класса. Накануне в Большом Камне побывал заместитель губернатора Приморья Константин Межонов. Он распорядился усилить меры безопасности. Также свою проверку начала краевая прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, действительно ли в полиции не реагировали на заявления родителей. В связи с событиями, произошедшими в одной из школ города Большого Камня, прокуратура наряду с другими ведомствами в рамках представленных полномочий организовала проверку. Надзорные мероприятия проводятся прежде всего в отношении образовательного учреждения, на территории которого произошел данный случай, в том числе в части организации профилактической работы с учащимися. Кроме этого, в рамках проверки будет дана оценка и непосредственно деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.